Всем известный инструментарий кадабра, интересен тем, что на него выделили деньги, и сейчас... Он опыт создан. Но чтобы делать, нужны деньги. Выделили деньги, чтобы его делать. Поэтому он развивается. И если кадабра была такая наколеночная поделка, то кадабра 2 имеет внутреннюю структуру. Значит, такое содержание, краткое по видам тензорных вычислений, такие вообще есть, кратко о функционале кадабра, основные изменения в кадабра 2, ну и все это используется в моей исследовательской задаче. В конце кратко расскажу о своей задаче и зачем там использовать кадабра. Постараюсь как можно меньше всяких технических подробностей. У нас есть несколько видов тензорных вычислений. Это я сижу. Я бы очень хотел сидеть, но вас выглядит. Тогда иди сюда. Есть несколько видов. Вот тут они сидят и сидят. Или тензор у нас рассматривается как целостный объект, или тензор рассматривается как набор компонентов. Компонент. Значит, если у нас целостный объект, то у нас два формализма. Безиндексный формализм – это формализм алгебры, или широко известный и широко применяемый формализм косых форм, или хотя бы формализм гамма-матриц, который наполовину индексный, наполовину безиндексный. Эти формализмы очень любят математики. Недостатком этих формализмов является то, что они требуют очень большой посторонней семантики, то есть мы должны нести семантику снаружи. Формализм абстрактных индексов, пропагандируемый, например, Пенроузом, у нас большая часть семантики находится в этих индексах. Ну и компонентные расчеты – это уже практические расчеты, когда мы не рассматриваем тензор как некий целостный объект, а рассматриваем его как набор компонентов. Ну, в наших задачах это, например, возникает, когда у нас наше пространство разбивается на прямую сумму пространств. Например, Минковского разбивается на R3 на R. То есть два пространства, с каждым мы можем отдельно работать. То есть выделяем из тензора Пола Римана временную часть. Ну и что нам нужно? Какие вычисления у нас для разных типов тензоров? Это у нас для абстрактных вычислений обязательно мы должны учитывать симметрии тензоров. Мы должны работать уметь со связностями, как объекты на расслоенных пространствах. Ну и мы должны уметь сложные выражения тензоров упрощать. Очень часто используется понятие канонизации, канонизация симметрии, канонизация с нулевыми индексами. Тут надо сказать, что канонизация – это не какое-то определенное понятие. Каждый разработчик вносит какой-то свой взгляд на это слово канонизация. А, например, в пакете Редбери вообще отказались слово «канонизация». Тензор – набор компонентов. Это или вычисление
в конкретной координатной системе. При вычислениях у нас обязательно нужно уметь выбрать метрику, если это у нас метрические пространства. Причем метрики, конечно, возможно, могут быть как квадратичные, так и неквадратичные. И, соответственно, тензор мы должны выяснить конкретные метрики. Тут надо сказать, что в данном случае тензорная система аналитических вычислений находится на стыке между тензорными и скалярными системами аналитических вычислений. Тензорная система – это кадавра. Скалярные – это наши универсальные системы символьных вычислений, которые работают со скалярными объектами. У нас тут одновременно мы должны работать с набором компонентов как с элементом тензора, и одновременно мы должны работать с каждой компонентой как с каким-то скалярным. Ну и, конечно, возникают сложные вопросы, как, например, при таком виде учитывать симметрии тензоров. Ну и симметрия тензоров – это очень сложный вопрос, на который при создании системы символьных вычислений в первую очередь мы натыкаемся. Есть целый набор симметрий, но самый простой – это простая пристановочная симметрия. Хорошо описывается, например, с помощью группы пристановок. Можно взять пристановок индексов, и вот такие вот вещи легко достаточно описывать. Это стандартная вещь для многих пакетов. Кстати, хочется сказать, что вот эти вот пристановочные симметрии можно с успехом определенные типы симметрии описывать и для безиндексных абстрактных вычислений. Ну, например, у нас при работе с косыми формами у нас объекты или антисимметричные, или симметричные. А как вот с ковариантностью и контровариантностью обстоит дело? Если мы опускаем индексы, мы не знаем, верхний это индекс или нижний, ничего не произойдет. Не было, это безиндексная форма. Да. Безиндексная форма, это мы должны приписать посторонние семантики. Да. А именно, если, скажем, мы работаем с косыми формами, мы пишем семантику. Это у нас b-вектор или n-вектор, или это косо-симметричный вектор. Если, скажем, он находится в касательном или в полукасательном пространстве. Терминов ковариантный и контровариантный вы избегаете? Нет, если у нас нет индексов, то нет контровариантных и ковариантных. У нас одного типа. Но они же по-разному преобразуются при переходе к другой системе. Несомненно, несомненно. Вот эту семантику мы не должны зашивать при работе с безиндексными. Вот именно то, что у нас, вот вы правильно сказали, что возникает много проблем, когда у нас нет индексов. Поэтому безиндексная форма записи, она получила распространение в очень специфических случаях. Например, при работе с косыми формами мы спокойно можем обходиться без индексов, потому что у нас наложена определенная семантика. А косые формы мы используем по одной простой причине. Если у нас пространство без кручения, тогда косые формы из-за того, что там косимметричные вещи, съедают связанность Кристоффеля. И нам не нужно вводить лишние понятия. Это просто вот игра такая, которая упрощает нам жизнь. Ну и многоэлементные симметрии – это вот стандартные, то есть объекты, например, циклические симметрии и так далее. Вот с этими симметриями много сложнее, их просто так не опишешь. Ну, естественно, они описываются с помощью юнговских диаграмм,
очень хорошо. Но вся проблема, что ньютоновские диаграммы достаточно сложный объект, и очень мало систем тензорной компьютерной алгебры поддерживают ньютоновские диаграммы. Ну, их, конечно, можно моделировать с помощью набора элементов группы перестановки, но тогда эти наборы разрастаются в зависимости от размера очень сильно. Ну и система Кодакро, она была создана для первоначально для достаточно узкого класса задач, а именно для задач теории струн и супергравитации. Поэтому работа с тензорами, поэтому работа с произвольной с любыми произвольными, и, пожалуйста, и кого угодно. Проблема другая была, то что тут было зашито в ядро только то, что нужно, а все остальное можно было определить с большей или меньшей сложностью. Но и ковариантные, и ли все это определялось. Вот так выглядел интерфейс у Кодакро 1, которая на данный момент, можно сказать, мертва. Вот это ноутбук вроде Кодакро, но, как видите, ноутбук содержит только строки, введенные пользователем, и результат, который подсчитывает. Он цеплялся напрямую к теху, то есть без теха не работал, прогонял его через тех, и, соответственно, вот мы тоже делали в виде теха. И результат сохранялся в виде ноутбука, в виде файла, теховского файла, практически. Интерпретатор, это не нет. Интерпретатор, конечно, это именно. Есть у нас два типа систем символьных вычислений. Или это система помощник научника, научный работник, что-то у него мысль есть, он набирает, нажимает, замена бумаги ручки. Либо система, которая символотропинка, которая получает какой-то это, много-много считает и дает символьный результат. Это помощник. Это интерпретатор. А языка программирования нет пользователя? Нет. В Кодакро нет ничего. Это убожество страшное, но выполняющее очень хорошо то, что нужно. Что у нас реализовано в Кодакро? Во-первых, это монолитная программа была. Ну, формально она была разбита на несколько дополнительных библиотек, но они линковались вместе. Монолитная программа. Монолитная программа, вы ничего сделать с ней не можете. Захотели расширить ее, никак не можно. Только переписывать ее все. Ужас. Естественно, для того, чтобы цеплять скалерные системы, был сделан вызов системы максимум. Только максимум. Все, больше ничего. Недостаток, собственно, было непонятно, зачем ее вызывать. Мы не умеем работать с компонентами, тут сейчас вот я скажу, мы только с абстрактными индексами работаем, зачем нам скалерная система, она повисала немного в воздухе. Интерфейс пользователя, графический Кодакро, который вы видели, тех-нотация при вводе и при выводе, то есть мы вводим их и выводим, и главное, ковариантные и контравариантные индексы. Вот оно наше счастье. Верхние и нижние, да. По-русски, если сказать. Вот оно, наше счастье. Тензорные расчеты. Абстрактные безиндексные вычисления. То есть мы могли работать без индексов, просто приписав какие-то симметрийные свойства данному объекту. Скажем, говорим, этот объект антисимметричен. Соответственно, он будет антикоммутировать с чем-то, да, и так далее. Абстрактные индексные вычисления, есть индексы, и мы работаем с тензором как с целостным объектом. Симметрии, простые симметрии, ну все умеют простые симметрии, это обязательно должно быть. Многоэлементные симметрии, это типа точно объекты,
пространственные симметрии, это типа точка с Холдена, и первая диаграмма Юнга. Тут надо сказать, что, конечно, вот этот набор, это не уникальный набор. Они много взяли у системы Exact, которая есть свободный пакет к несвободной системе математики. Ну, это тензорный пакет. Тензорный пакет. Идеология была взята, очень много из идеологии из Exact было взято. Даже некоторые по библиотеке оттуда были взяты. Поскольку там открытые пакеты. Другие формализмы. Это у нас спиноры. Ну, зашиты было несколько типов спиноров. Да? Майорановские, вейлерские. В общем, то, что нужно было для струн. Ну и гамма-матрицы произвольной размерности. Многие пакеты останавливаются на гамма-матрицах тираковских, то есть размерности 4. Тут же мы могли работать с произвольной размерностью гамма-матрицы. Ну и в качестве примера мы просто я покажу. Это пример не для того, чтобы вникать в него. Это пример того, как выглядит работа в кадавре 1. Это у нас простая вещь, головоломные координаты. Мы хотим показать, что в головоломных координатах у нас ковариантная производная метрического тензора равно нулю. Вели метрический тензор, вели индексы. Прямо перечисляются индексы, да? У нас тут, да. Мы перечисляем да, индексы, а вот решеточка означает, что мы можем использовать U1, U2, U3, U4. Это тоже будет индекс. Частная производная. Не уточняются здесь ковариантные, контрковариантные. Если они внизу, это ковариантные. А вот у метрика у нас, вы видите, внизу индексы. Внизу, да. Подчеркивание. А то будет как показатель, стрижки, да. И это у нас просто метка. НАПЛ это просто метка, это ничего не значит, это метка. Мы ввели ковариантную производную. Это ковариантная производная как раз для головоломных координат. У нас нет кручения, соответственно, связанное с Кристофелем. Вот галочка. Это контравариантная, подчеркивание ковариантная. Да, в индексе предполагает суммирование, да? Естественно, правило Эйнштейна, придуманное Лили Чилитой. Что значит метка? Вот понятие метки. Это просто метка, на нее нужно ссылаться потом. Мы дальше можем делать разные операции именно с этим выражением. Или можно делать с последним выражением, или с именным выражением. Это как метка, лейбл. Лейбл в языках программирования это другое. Нет, это у нас метка в языке программирования, в Фортране, в моем любимом языке программирования, это метка, куда переходить. Именно. Continue, go to, пожалуйста. А это не ротор случайно? Нет, набло. Это набло, это говорят на производстве. Ну, в языках программирования это переменные, наверное, называются. Такие вещи. Я не знаю, я их называю веткой. Фортран. Как это называется? Переменные – это именованные области памяти. Да, я даже затрудняюсь, как что-то знать. Здесь тоже запихнули это в область памяти и назвали нахуй, я думаю, месяц содержимого. Я думаю, это вот очень теоретическая дискуссия в духе Дейкстера. Соответственно, мы забрали Кристофеля. Подставили Кристофеля на одну. Ну, это после постановки она упрощает автоматику. Да.
мир ничего не делает автоматом. Ничего автоматом. Только по команде все делает. Это фича, это идеология. Она не должна быть умнее, чем человек, сидящий за компьютером. Ни в коем случае. То есть ничего пока не попросят. Да, да. Подстановку делаем. Убираем метрику. Два знака восклицательных. Значит, что мы убираем метрику, пока не уберется. Значит, то есть убирать метрику, это значит все верхние индексы в метрике спустить вниз. Если 11 знак, то однократно это делается. Если 2, то пока не сделается все. Приводим некий канонический вид. Ну вот, что-то и есть упрощение. И вот, и собираем подобные, и получили то, что и нужно. Получили 0. Все. Вот такая. Ничего она сама не делает. В отличие от многих других систем сильных вычислений, которые помогают вам все сразу делать. Тут пока вы не скажете, ничего сделано не будет. Ну вот опять, с точки зрения обычных вот языков программирования, последняя эта строчка, почему там знак присваивания стоит? Знак присваивания все-таки это некоторое насильственное действие. Вот считать дальше набор нулем. Я все-таки это меткой называл, все-таки не знаю присваивания. Чего? Двоеточие раньше, это в Паскале у нас знак присваивания. В Фортране у нас просто равно знак присваивания. В моделике вообще нет знака. Нет, ну да, в моделике у нас равно, а не присваивание. Тут семантику можно какую желаешь вводить. Я желаю понять, какая разница между знаком равенства и вот этим знаком двоеточие разницы. Какая разница между двумя знаками? Равенство – это задание математической формулы. Равенство в математическом смысле. Одно выражение работает, указывает знак равенства. А тут это присвоение метки. То есть то, что слева указывает вот на это. Хотите присвоение переменной, символьной переменной, оно указывает вот на этот фрагмент текста. Ну, не очень понятно, конечно, потому что это не мой приказ вы присвоите, а это оно так присвоилось, и теперь вот такое равенство выполняется. Я поставил равенство просто. Ну, недостатки, конечно... А это вы придумали, да, все, вот эти знаки какие-то? Нет, Кадабра придумала. Это же все Кадабра придумала. Значит, компонентных вычислений нет. Это во многих вещах крайне неудобно. Крайне неудобно. Интероперабельность очень низкая. Мы сидим в нашем аквариуме, что-то делаем, как взаимодействовать с внешним миром, непонятно. Расширяемость, ну, нулевая. Расширяемость. На C написано, да, C++. На C++ и на C. Там библиотека есть на C, на C++. Все плохо. Все плохо. Нужно что-то делать. И Кадабра 2. Именно такая Кадабра. Значит, Кадабра 2 это на данный момент, я бы сказал, proof of concept. Она только в пути для того, чтобы стать работающей системой, потому что не полностью перенесена функциональность Кадабры 1 в Кадабру 2. Она как прототип работает? Нет, она работает, у нее очень много функционала уже перенесено, но не весь функционал. Но она не расширение Кадабры, это совсем другая. Это совершенно другая система, совершенно, поэтому и не перенесено. У нас это что? Это на бетоне. На бетоне. На третьем бетоне. На третьем, да. Он прямо только отделить, он говорит, у вас второй бетон, я работаю этим кадром. Ставьте третий. Как вы Ну, что такое бетон? Это не язык программирования
а в смысле, что это для программирования больших систем. Язык Python – это язык клей, глю. Мы берем клей, клей, клей. Глюк. Это клей. То есть мы берем разные библиотеки, связываем их через Python и получаем интерфейс для взаимодействия с этими библиотеками. Соответственно, раз Python, что у нас символьная скалярная система? Конечно, SymPy. Мы цепляем SymPy. Библиотеки не обязательно с Python. Это символическое наблюдение, на C, конечно, но у нее интерфейс на питоне очень удобно. Да. Значит, соответственно, внутренний язык программирования, на котором работает пользователь, это урезанный питон. А раз есть питон, значит, внутри кадавра можно писать под программу. И, соответственно, есть некий API для того, чтобы вы написали пакет, импортировали его и чудесно работали с ним. То есть расширяемость сразу. Вот это с обвязкой, это термин такой, да, принятый? Да, обвязка. Обвязка? Да. А надо понимать, что склеено, да? Да, склеено. Да. Ну, это так же, как вы, когда читаете книгу по теху, Кнут пишет «глю», в русской книге по теху написано нет, не клей, они называют его, извиняюсь, вылетел из ряда, то, что вы сфигурность. Да, это перевод был достаточно родный, да. Значит, что у нас? У нас графический интерфейс кадавра 2 GTK, и поскольку у нас на питоне, у нас есть модуль питоновский, который цепляет эти библиотеки для самого питона. То есть у нас как бы мы из самой кадавра можем питон вытащить и работать с питоновскими библиотеками. И из питона, пожалуйста, Юпитер ноутбук или iPython запустите, загрузите модуль кадавровский, и все, вы работаете в кадавре, с кадаврой из питоновский ноутбук, то, что любит. Это очень хорошо. Питоновский ноутбук – это что? Это значит, что у нас, кроме того, что мы можем вычислять, мы можем использовать matplotlib, значит, мы можем рисовать графическую, красивую графику. Питоновский ноутбук – это значит, что это полноценный ноутбук. Помимо вычислений мы можем писать описание, комментарии. Впрочем, сам ноутбук у кадавра тоже взят кусками из iPython, там тоже можно теперь писать описание и комментарии и рисовать графику. То есть заменяемое. Впрочем, наверное, это будет то же самое, что и Sage. Sage, когда развивалась, она использовала свой ноутбук, а теперь он у них deprecated и использоваться только Юпитер. Работаем только с Юпитером. Джулия тоже с Юпитером работает. То есть Юпитер это стал неким стандартом в области графической среды. Даже язык Моделика, кроме своего интерфейса, теперь работает и с Юпитером. Все работают с Юпитером. И для нас очень приятно было то, что появились наконец-то компонентные индексы. Все. Мы закрыли все тензорные вычисления. У нас теперь и абстрактные индексы, и компонентные индексы. Честно сказать, до конца они не дореализованы, работают кривовато, но он сам это признает. Надеется, что в скорости все это будет подправлено. А команда где находится? Разработчик. Раньше они были в Германии, а сейчас в североамериканских. Это даже другая команда. Нет, это один человек, вся команда один человек был. Да. Раньше ему не давали денег, а теперь дали деньги. Не дали американцы. Ну, грант, я думаю, дали.
Значит, это вот интерфейс, как видите, он теперь стал настоящим ноутбуком. Очень плохо, извините, да, это mea culpa. Инфраструктура, видимо, различает детали. И пример как раз из этого ноутбука, просто, опять же, вникать не надо, как это выглядит. У нас там не D, а D на D. Это я отчеплялся, поставил один. D – это размерность. Значит, векторные индексы, мы задаем, что они пробегают от 0 до D, то есть это у нас D-мерные гамма-матрицы. Вот нам нужно вот 4 гамма-матрицы перемножить. Ну, как всегда, точка подавляет вывод, точка запятой нам делает больше информации при выводе. Вот они, чудесные вещи, как функции. Теперь мы можем писать функции. Функция, как видите, на питоне, отступ табуляции сделан. Это что у нас делает функция? Она говорит, что после каждой операции она сама сделает набор вот этих операций. Это она вывела, она говорит просто, что она делает, да? Нет, это мы задали. Пользователь написал такую функцию, говорит, что мы после каждой операции должны отсортировать, коннекеры убрать, собрать подобные, даже если ничего не даст. Не флажки, что ли? Нет. Почему? Если раньше эти операции мы должны были делать каждый раз, то тут мы написали под программу, которая после того, как мы записали выражение, прогоняет вот это вот. То есть то, что делают другие системы символических сведений, но это мы ему сказали, это ты не она, она не умнее нас. Ну то, что Сергей говорит, да. В Шкире, это похоже. Ну хорошо, да, можно так. Ну и дальше вот такие манипуляции. Дальше опять программа три раза прогоняется на операции и получаем ответ. Если мы зададим D такому-то числу равное, то мы получим... Это каноническое равное. Да? То есть, если мы D зададим 3, это, или, да, то получим конкретное значение для этого произведения в зависимости от размерности спинорного пространства. Ну, то есть D это сверток? Нет.